подводники, любители воды, начинающие. Ну что, давайте еще немножко поговорим, помечтаем о воде. Не знаю, о чем вам рассказать. Речь у меня не очень, так скажем, красноречивая и хорошая. Зато красиво у нас. Так, я как бы воплощаю свои идеи, свои мечты о том, как бы путешествовать. Мне нравится путешествовать под водой. Да? В свое время буксировщики переделывал, военные корабли, современный уровень. Мне нравится путешествовать, долго находиться в воде. Не час. Час — это, понимаете, что такое час? Там, заправлять баллон, тащить его. Только снаряжение, груза, там, да, одеваешь костюм, планируешь день. Ты зашел, и этот час, и его нет. А ты даже не можешь заплыть, да, и уже назад. Да, и что ты можешь под водой увидеть? Тебе надо на катере вывозить локально. А хочется, понимаете, путешествовать. Поэтому все время я разработал подводное крыло. Там, да. Через 2 года, кстати, его норвежцы сделали. Субвинг такая, назвали его, да? Я его делал немножко по-другому, но, в принципе, тот же. Вот. Рано или поздно кто-то все равно доходит к этим вещам. Достаточно простая вещь, но очень эффективна для... Я его делал для подводных путешествий. Ну да ладно. Хочется находиться на глубине и долго. Если находиться на большой глубине, накопление озона, да, давление действует. То есть нельзя долго находиться. Акваланг — это недолго, но глубоко, так скажем, да? Вот. Там свои правила, безопасность и так далее. А это совмещает неглубокий дайвинг, но зато можно долго находиться, понимаете? Там до 8 метров можно находиться почти целый день, если не менять глубины, чтобы все равно вот это азот не свалил. Вот версия Pro, которая разработана, она, конечно, разработана, просто я продаю для компании, просто продаю технологию с патентами, с этим делами. Потом компания когда-нибудь запустит. Скорее всего, это будет не Россия. Вот. Это я ищу крупную, богатую компанию, уважающую себя, которая просто покупает технологию. Вот. Она будет из других материалов сделана, чуть-чуть по-другому, по-другому и так далее. Это пока образец. Глубина где-то... Ну, около 13 метров пока вот испытания были, и около 6 часов, понимаете, да, что такое 6 часов и 13 метров. Вот. Программатор здесь есть тоже, с электронного ключа включается, то есть как бы утверждение, она абсолютно все, что нужно, здесь все вжато мускулом. Все сделано правильно, сжато и идеально. Вот. Ну, можно только доработать там некоторые моменты по материалу. Вот. Чуть-чуть облегчить ее можно. Весь вес 13 килограмм. Она маленькая. То есть нет при таком размере, чтобы столько часов работало. То есть не существует. Есть американская, но на час. Да? И размер ее достаточно более-менее. Не брать там расчетом другие игрушки. Все болезни здесь, систем подобных, они решены. Вот я возвращаюсь. Хотелось бы, чтобы... То есть система уже существует, вот она есть. Аналогов нету, которые могут себе такое позволить. Размер, вес и время работы. 6 часов и глубину, да? Это уже для профессионалов. Хотелось бы еще, конечно, вот к ней бы, если буксировщик, он тоже разработан, ну, уже в голове, в деталях, все, но воплотить я пока не могу, нет ни времени, ни сил, просто разрыв, ни команды нет и так далее, и так далее. Может, когда-нибудь я сделаю подводный буксировщик, который тоже может работать 6 часов, который компактный будет, это будет выглядеть примерно турбина на бедрах, вот, будет пуск в руке, чтобы руки были свободны. Вот. Питание тоже будет в определенном месте находиться. Все это надо... Все, что с водой связано и с водой нахождение, всегда это сложность. Это самый лучший вариант для
чтобы можно было управлять телом. И вот представьте, буксировщик, который может работать долго, транспортировать водолаза, да, и система, которая позволяет долго дышать, надежно, то в море при хорошей видимости, да, можно путешествовать, но можно преодолевать большие расстояния. Понимаете, большие расстояния, легкие и комфортно. То есть без тяжелого баллона, без большого сопротивления. Не нагружая ноги, да, потому что это выматывает человека на такие, за столько часов в плотной воде двигаться, это очень тяжело. Это не в удовольствие быть. Но, тем более, если вы какой-то груз возьмете, что-то наберете там, что-то найдете. Сюда, кстати, можно положить парашют подводный. Тоже он делается. Вот, я делаю. Вот компактный. Там, 100 килограмм поднять, если с лишним. Может, два таких парашюта сюда положить. Нашли какой-то артефакт, можно всегда поднять там 100 там, или 200 килограмм. Не проблема. И имея буксировщик, еще можно к берегу отпустить. Поэтому вот пол дела уже сделано. Она существует, эта система, которая позволяет очень долго находиться на воде. В глубине, если поддерживать, ну, 8 метров, то, в общем-то, азот, воздействие азота нет. Безопасный дайвинг, да? Можно подняться по шлангу, если есть желание, да? Потом медленно подниматься, отвисать можно, там, останавливаться и так далее. И так далее. Вот. Еще интересно, сегодня, что касается лодок. Ну, кадр покажу. Флаг Альфа белый, белый-синим означает 100 метров. Это просто когда синий, это Альфа, синий-тире 100 метров. По правилу сбавить ход, малым ходом, это не так, сбавить ход. А, либо Альфа, либо оранжевый, или плохой. Это серьезно. Просто ничего в России-то. А в мире это меня штрафанут, если я без флага буду, 400 евро. Ик, а катер это вообще. Правил. Правил не знаю.
такая ситуация двоякая. Подплыл молодой человек возле меня, это отдыхающая лодка, скорее всего мотор, я не знаю, может 5, ну 9 лошадей, это, как правило, без прав, без регистрации. И взяли лодку, надули, пошли. Они не знают правил. Я могу их понять, они не нарушали закон, но они нарушили закон по незнанию. И могут пострадать люди, да, которые, может быть, не знают, что такое флаг Альфа. Ну, конечно, он не заканчивал школу, права не получал на лодку. Конечно, хотелось бы, и он не знал, откуда ему знать. Что ему сказать, была для него неприятная ситуация, его пришлось извиниться там, да, и мне как-то объяснять тоже. Вообще лучше, если бы вот производители моторов, да, которые продают там маломощные моторы или лодки, хоть буклеты давали бы, объясняющие хотя бы основные правила. Основные правила. Не книги учить там, да, по судовождению, а буклеты безопасности, да, там, хотя бы что такое альфа, там, что такое водолазный трюк, размер трассы, там, ну и так далее, и так далее. Чтобы было безопасно для всех, никто не пострадал. Здесь много вот случаев были, да, мы еще человек утонул. Подводные охотники, они без нее. Человек плывет на клатере, он не видит, что там в воде. Просто убивает, сбивает, калечит. Вот, и неприятная ситуация, тут может даже в тюрьму сесть, да? Поэтому лучше быть грамотным в этом вопросе. А где-то с такими системами плавают, да, конечно, флаг есть, но надо учитывать, что люди не знают правил. Те, кто не заканчивали курсы, не проходили, да, не получали права, вот кто там до 9 лошадей, да, вот в мотор. Вот, они вполне могут не знать этого. По наивности, ну, просто подплывать, интересоваться, что это такое. Так что имейте в виду, поднимайтесь обязательно по шлангу, под буёк, убедившись, что винты заглушены, вот как я сегодня, и поднимайтесь, спокойно можете поговорить, объяснить правила, ну, как хотите. Хотя даже МЧС, ГИМС ко мне 2 раза подплывали, но они говорили, ну мы заглушили винты, типа ничего, что. Хотя даже хоть заглушенными винтами он не должен подплывать. Вот. Вот как-то так. Так что, друзья, извиняюсь, что за долго, нужно, но информация полезна. Вот. Вот такой новый. Это не BCD, это скаунт. Паунд, по-моему, называется, не выберешь слово, можешь надувать, сдувать, регулировать плавучесть, если кому-то надо. Но это вот для про-версии, конечно. А мини-тритон — это просто плавать, искать золото, там, в принципе, это не нужно. Просто поезд чуть-чуть отрицательно отгрузился, она до 10 часов, там, около 6 метров погружения, спокойно, нормальное дыхание, ничего сосредоточить не надо. Некоторые заявляют 5 метров, а там высасывают уже на берегу. Вот, ну все. Смотрим видео. Обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Подписывайтесь на канал. Еще немножко покажу турбированный САП на электротяге. Тоже сделали. Тоже смотрите. Будет интересно. Все. Всем хорошего времяпровождения. До встречи.